Законопроекты об административных процедурах и Кодексе правосудия Казахстана получили высокую оценку экспертов Венецианской комиссии Совета Европы. Как сообщает наш СОПКОР в регионе Жанат Эрнст, орган Совета Европы по конституционному праву опубликовал свое экспертное заключение. По мнению Венецианской комиссии, документ – важный шаг в установлении четких правил в области административных процедур и административной юстиции в стране. Реформа хорошо подготовлена, проект кодекса хорошего качества. Текст документа содержит широкий спектр правовых положений, заполняющих ряд пробелов в национальном законодательстве. Он вводит новые механизмы и процедуры с позитивными международными примерами. Принятие этого текста может придать важный импульс дальнейшим административным реформам в Казахстане. Вместе с тем комиссия благодарит Министерство юстиции Казахстана, Верховный суд и другие учреждения за сотрудничество в реализации четырехлетней совместной программы и подготовки экспертного заключения, а также выражает готовность к дальнейшему взаимодействию в этой области.